Как же я сегодня устала! Ёлки-палки, до меня только что дошло! Что я делаю то же самое, что и делала дома? Только мне еще приходится работать, чтобы заработать на все деньги. Это мне уже не хочется жить самостоятельно. Вот так закончилась прошлая серия. В этот раз Маргарите придется принять серьезное решение. Я возвращаюсь домой. Так, варись, замечательно, варись. Ребят, Рита сегодня примет важное решение. Поддержим ее, поставим лайк и подпишемся на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Сделали? Вы супер классные. Варись будешь ты сваренным и больше не будешь писать всякие комментарии плохие. Не будешь всякие штуки писать. Варись здесь, варись. И я тебя скоро вылью в какую-нибудь банку и зарою где-нибудь под землей. Такс, варись. Папа, а что ты делаешь? Подожди, Рита, не мешай, у меня тут важное дело, так? Варись. Папа, а я возвращаюсь домой. Ага, хорошо, варись, и будешь сваренным. Пап, ну все-таки что ты делаешь? Да хейтеров я варю, хейтеров. Поймал тут одного хейтера и засунул в котел и варю, чтобы не писал всякую фигню. Сейчас я его в банку замурую и потом в землю похороню. А, ну это важные дела. Ладно, я пошла порядок в себя в комнате наводить. Ага, давай, я сейчас его буду в банку упаковывать. Такс. Вот, ага, ха-ха, день наступил, не успел ты хейтер вывести, и теперь я тебя вылью в пропасть, ха-ха-ха, ой, я тебя выпил, ой, какой кошмар, тьфу-тьфу, ага, я так и думал, что она все-таки вернется, ну ладно. Так, сюда мои любимые вещи, этот шкафчик займу футболочками, этот шкафчик займу штанишками. Сюда мои любимые кроссовки положу. Развешаю свои платьишки. И мое постельное белье на свою любимую кроватку. Ну что ж, теперь быстренько нужно будет сделать все дела. Быстренько помою всю посуду. Больше не буду пить этих хейтеров. Вообще невкусно, ну и гадость. Надо пойти
заесть чем-нибудь вкусным. О, Рита домой вернулась. Рита вернулась домой. Сейчас я ее в магазин отправлю. Что-нибудь вкусненькое купить. У меня в холодильнике как раз ничего нету. Вообще ничего нету. Отличненько. Сейчас проверим. Чтобы наверняка. То Рита скажет: папа, у тебя там хот-дог вчерашний лежит, съешь. Тэкс. Не понял. Ну ничего себе, холодильник битком забит, тут даже все вываливается на пол. Вот это Рита закупилась, а здесь? И в этом холодильнике всего куча. Я в шоке, Рита даже мне мясо купила. Обалдеть, вообще просто. Ну ладно, поем. Да, кусочек мяса — это самое замечательное, самое замечательное. Ням-ням-ням-ням-ням. Ну что ж, повезло Рите, не придется ее слать сегодня в магазин. Так, посуду сюда. Что? Раковина пустая? Рита все уже помыла? Ёлки-палки, она многому научилась в самостоятельной жизни. Ладно, ладно. Ну ничего, сейчас она у меня будет делать уборку. Ёлки-палки, стекла помытые. Мусор весь убран. Ну-ка, коридор по-любому грязный. Ёлки, она даже рояль протерла. Кресло вытряхнула. Ёлки-палки, ну какая молодец. Ну, в общем, она, конечно, молодец. Все сама сделала, и теперь весь день будет свободная. Вот это ей, конечно, повезло. Да, да, она многому научилась самостоятельной жизни. А я пойду тогда смотреть кино. А, нет, наверное, она не купила попкорн. Сейчас я гляну. Залезем в шкафчик. Да ладно, даже попкорн купила. Замечательно. Кстати, весь шкаф забит попкорном. Ну, Рита молодец. Сейчас посмотрим какую-нибудь кинушку. Так, на своей любимой креслице. Есть, ну все, врубаем. Ух ты, девчонки, гулять? Конечно, я готова. А что будем делать? Девочки, девочки, а давайте сделаем так, что весь город с ума сойдет. Вот и подходит к концу наш сериал «Ушла из дома в 11 лет». Рита сначала ушла, вкусила прелести взрослой жизни, где надо постоянно работать, постоянно делать дела по дому, и решила вернуться обратно. Но она сделала хитрость. Она выполняла все домашние обязанности, а потом шла беситься и играть с подружками. Ведь быть ребенком — это весело и интересно. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, потому что вас ждет уже скоро новый интересный, прикольный сериал. Всем пока!